У меня страсть. Спокойно здесь. Даже да не надо, не надо. Поверьте, не надо. У них есть форте, и потом они же... Вы дайте спокойную гармонию, да? Спокойную гармонию. Не надо, кто кого перевибрирует. Да? Пожалуйста. Вы солисты, идите на форте. Не надо поиграть. Не надо эту ноту налегать. По музыке это сразу примитивность. Потом да, потому что раз, два, три, четыре, мы этому учились в школе. А вот передача настроения, передача состояния внутреннего, энергия, экспрессия, вот это очень важно. Стоп. Не надо играть лам-па-па. Пам-па-па. Очень легкая восьмушка, легкая собрана, не надо ее возить. То же самое. Па-па-па-па-па-па. Ре-мажор, так темно звучит, самая светлая тональность. Трубачи не дают яркости, и идет это, и низкие басы. Ну, надо самим соображать. Нет, трубы просто нет. Нет. И такой ре-мажор. Яркость, это самая яркая тональность, да? В любом месте. Я бы хотел, чтобы мы на один смычок сыграли. Ни разу не бывает, чтобы все прекратили свою легато. В этой оркестровке такого нет. Ваша последняя нота не так уж и нужна. Она будет только спорить с гобой, под ее интимнее сыграть, пожалуйста. А если можно сразу, знаете, смотрите, смотрите, извините. Эспрессиво, да, вообще, адажио. Кирилл, сыграйте первый такт. И потом гобой, приготовьте, пожалуйста. Кларнет тоже, да? Уводим. Идет нажим вниз. Не будем считать это громким местом. Легче, легче, опрятнее и воздушнее. Ощущение воздуха в звуке должно быть. Еще кларнет гобой. Раз. Все играем в струнники. Два, четыре. Много. Кирилл, не старайтесь, не надо стараться. Вас слышно. Не сливается в один голос. Да? Пока речь даже не в интонации. Речь о том, чтобы передача была... Еще меньше резать. Не резать, не пусть. Вот идет эта нота. Она продолжает звучать. Не снимайте ее. Снимайте гобой. Не снимайте. Не снимайте. Хорошо. Соединим это все сначала. Мне не жалко эти 5 минут. Начало. Здесь Геннадий. Тут на концерте надо играть с блеском последние. Ла-па-па-па-па-па-па. Третий концерт Рахмана.